уникальному эксперту. Вы спросите, почему? Потому что, друзья, у нас сегодня в студии на самом деле человек с огромным опытом, причем с 2014 года в компании Александр Зобов. И если не Александр, то кто нам обо всем этом расскажет? Причем, как уверяет сам Александр, а у меня нет почвы ему не доверять, с закрытыми глазами может все собрать, разобрать, установить. Да, и на самом деле, вот здесь, кстати, для вас небольшая подсказка. Александр еще и щедрый. В конце данного стрима, а мы начнем даже раньше, он порадует вас подарками. Поэтому, друзья, все внимание сюда, в наш стрим. Не забывайте о том, что на Озон во время стрима еще и самые выгодные цены и скидки сегодня специально для вас. Сейчас все, о чем мы будем говорить, вы можете уже увидеть для себя. Так, Стасик, молчи. Я просто и там, и тут говорю. Вот, собственно говоря, обратите внимание, мы обо всех этих товарах сегодня поговорим. У нас будет полноценный обзор, видеообзор. На все вопросы ответим и посмотрите на скидки, они специально для вас. Ну все, я на самом деле замолкаю и передаю бразды правления Александру. О, отлично, спасибо Наконец-то большое. Наконец-то ты замолчала. Наконец-то я начал, да, говорить. И да, начну, наверное, как раз о компании, про которую, про бренд, который мы сегодня будем рассказывать и показывать весь этот замечательный продукт. Компания Cersonit основана в 98 году, является европейским польским холдингом. В компании у нас 11 заводов, 3 завода находятся в России. Производим мы керамическую плитку и санитарную керамику. Угу. А еще главный вопрос, что мы поставляем свою продукцию в 44 страны мира. Круто! Да, это очень важно. И мы еще так про нашу компанию немножко информации. Да, вот не только санитарную керамику, но и все, что для мебели, мебель для ванной комнаты. Все, что в ванную комнату мы делаем, это все под брендом Cersonit. Угу. То есть это очень классно, когда... человек. Укомплектовать целиком, да? Да, он приходит в магазин и вот хочу все одного бренда. Вот хочу, и вот начинаем, пожалуйста. Начинаю вот там с унитазов, с инсталляции, смесителей. Я тоже так хочу. И даже знаешь, в чем здесь особый плюс, мне кажется, то, что не надо бегать. Ты в одно место, вот все, пришел, и все, ты можешь абсолютно полностью укомплектовать ванную. Мне кажется, это круто. Да, это очень классно. И еще главное, что вот вы обращаетесь, и всю информацию получаете на одном нашем сайте, угу, о всей нашей продукции. То есть на сайте можно узнать абсолютно все. Да, да. Берите на заметку, переходите на сайт, и, друзья, давайте я чуть-чуть приоткрою завесу тайны, пишите свои вопросы. Вы знаете, что происходит, как поощрять за самые интересные вопросы, поэтому будьте креативными, будьте любознательными и действительно постарайтесь задать самые классные вопросы, потому что Александр очень щедрый. Но мы потом вернемся к этому. Без бороды, но щедрый. Дед Мороз, вот так выглядит современный Дед Мороз. А с 2014 года ты в компании. Да. Давай тогда вот сразу прям, с чего мы начнем, что ты нам с самого начала сейчас будешь рассказывать, о чем именно? Вообще, ну, я бы, конечно, рассказал, наверное, о самом важном на сегодняшний день, это вот про зеркало, да? А давай. Это, правда, зеркало у нас не с 2014 года, оно у нас появилось вот немножечко года два назад, да, но про него стоит рассказать. И очень важно, на что мы стоит... Мы прям распаковывать будем? Да, мы хотим вот прям сразу показать. То есть человек, который покупает зеркало, оно же ведь очень хрупкое. Угу. И есть очень большой шанс того, что пока ты его будешь вести в машине, либо тебе доставка привезет, ну, да, ты потом получишь стекляшки. Угу. Но мы об этом позаботились, потому что главная миссия компании – это как раз забота о клиенте. И не только продуктом, но и сохранностью для того, пока он доедет. Угу. Что главное, да, вот мы берем и открываем. Саша, что мы видим? Это видеть. Что мы видим? Мы видим, что все в пенопласте, все упаковано так, что, ну, можно, вот, не знаю, трясти. Прям бережно. Да, бережно. То есть вот прям привозим, и оно в целости и сохранности. И снизу тоже, кстати, есть, да? Да. Дальше. Мы вот это все убираем. Это как раз... Это был как... какое-то, слушайте, я думала, зеркало будет, но зеркало и зеркало. А тут зеркало, кнопочки, часы. Ну, зеркало же... Можно включить, это подсветка? Да, это как раз подсветка, потому что зеркало не только должно быть, ну, как
функционально подсвечивать, да, оно еще и вот в интерьере играет очень большую роль, как раз подсветка идет по периметру. И здесь еще очень много функций, про которые мы тоже сейчас расскажем. Это был первый слой нашей защиты, да? Да. И сверху есть еще вот такая синенькая пленочка, да? Которую отрываем? Тоже мы снимаем, да, обязательно ее снимаем. Я как будто со своего подарка просто ее снимаю. Да, и мы как раз класс. Говорим о том, что если что-то попадет в коробочку, то это не поцарапает само зеркало. Какие-то частички, да, там? Да, да. Пыль условно. А она еще причем так прям надежно, да, приклеена. Даже вот рвется в руках. Слушайте, ну это круто. Кстати, я видела несколько комментариев уже в чате, что у нас подсоединяются даже ваши постоянные клиенты. Так что, друзья, мы очень рады. Пишите также о своих впечатлениях, задавайте вопросы, потому что самые интересные вопросы сегодня, как всегда, будут вознаграждены. Мы сейчас попросим, наверное, Атара. Атар, подойди, помоги класс. Нам, пожалуйста. Теперь вы знакомы с Александром нашим. Да-да-да. Человеком, о котором многие знают и слышали, но никогда не видели. Саш, приветики. Всем привет, да. Зеркало. Ну вот оно так выглядит. А теперь вопрос-то возникает, а как же нам его подключить? Что это все такое, да, и как ну да, да, то есть вот это все видно вроде как кнопочки. Ну а как же нам его подключить-то, основной вопрос. Ну, у вас, наверное, ездят провода оголенные. Да? Будем скручивать? Да, есть провода? Но нам они не понадобятся, нам понадобится просто розетка. У меня чуть сердце не остановилось. Я думаю, какие провода, где провода, что делать? Да, розетка вы... есть, нужна розетка, да? Обязательно, потому что с обратной стороны идет провод уже с вилкой. И вы можете его смело опробовать. То есть прежде чем вешать, вы это зеркало сразу пробуете и смотрите, как оно светит, все ли вас устраивает. А потом спокойно подсоединяйте уже к себе. Так, включили. Видим, что все загорелось. Магия. Магия, да. Волшебство. Еще и нам тут песенку наиграли. Тут можно выставить время, да? Да, здесь показывается время, не только время, но еще и показывается температура воздуха. А, вот это вот 34, это у нас так жарко. Нет, это сейчас время. Просто у нас сейчас они не настроены, но вот 23 градуса это как раз температура сейчас окружающей среды. У меня вопрос. Вопросик да. такой. Что это за чудо-кнопка? Это чудо-кнопка, чтобы тебя руководство всегда могло найти. То есть даже если ты в ванной комнате, принимаешь душ, и тебе звонок, и ты не можешь бросить, ну, потому что руководство это очень важно. А как это по Bluetooth получается? Да, да. Я Вы сейчас даже продемонстрирую, как это все работает. А здесь видеосвязи нет, я надеюсь? Видео? Ну, мало ли. Пока что нет, но мы задумываемся об этом. Не надо, друзья. Чуть-чуть личной жизни должно остаться. Да. Это ты звонишь? Нет, это просто видеоролик, который мы показываем. А, то есть это воспроизводится еще и звук. Можно слушать музыку. Это больше. Одно из самых важных, наверное, как раз здесь нюансов, что можно, принимая душ, отдыхая как в ванной, круто. Включить расслабляющую музыку. Или подкасты. Сейчас же многие слушают аудиоформат, да? Да, 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 да. Это классно. А потому что я все время с телефоном, ты знаешь, я поставлю себе на полочку, закрою здесь всем, чем только можно. Потому что мало ли. Телефон упадет и все. Да, и плюс ко всему влажность, и это неудобно. Да. А здесь ты подключаешься и сразу. Класс. А что вот это такое? Это функция, когда влажно, зеркало покрывается как раз антизапотевание. Да, да. А вот это? А это включение подсветки. Это же майкап зеркала сразу. Да, сразу подсветка. Извините, чуть-чуть с макияжем проблем был. Да, да. Круто! Очень, кстати, удобная функция еще с музыкой, когда дети купаются в ванной, можно включать... И они оттуда не выйдут, да, в принципе. Да, да, ну, те, кто не очень любит принимать ванну, можно сразу включать им, и они будут просто... Будет очень классно. Слушайте. Динамики находятся с обратной стороны. Саш, хороший вопрос. Вот они. Вот два динамика. А как его легко установить, повесить, в смысле? Все инструменты... Ну, все, что нужно для того, чтобы повесить данное зеркало, присутствует. Необходимые отверстия тоже уже все размечены. Угу. Нужно просто просверлить на стене
и прикрутить уголки, и дальше уже повесить это зеркало. Слушай, ну вот это все классно, но вот если, например, говорим о каких-то возможных повреждениях или что-то облезет, слезет, такое возможно? А с нашим зеркалом такого невозможно, потому что гарантия на амальгаму, это как раз вот отражающее покрытие, мы даем 25 лет. Сколько? 25 лет. Ребята, вы это слышали? 25 лет, это круто? 25 лет, да. А если вдруг что-то происходит с подсветкой, вдруг там что-то перегорает, мы по гарантии все это меняем. У нас есть сервисный центр, сервисные службы, куда можно обратиться, и сразу это все будет заменено. И никаких проблем с этим не возникает. А если мы говорим, например, допустим, про форму, про размер, есть какие-то еще варианты? Очень большой ассортимент, на самом деле, не только прямоугольных форм, но есть и также у нас круглые, и двух размеров есть разные, есть высокие, большие, есть прямоугольные, также есть подсветка не только по краю, да, но еще плюс чуть-чуть отступает и идет посередине подсветка. Это большой ассортимент зеркал, и они просто украшают ванную комнату, делая какие-то дизайнерские такие вещи, то есть можно это вот просто и доступно. Можно я признаюсь? На самом деле у меня дома есть такое круглое зеркало ваше. Да? Ну, мы когда дома делали ремонт, поставили, и это на самом деле мега стильно выглядит. У нас круглое, потому что к вам, ну, вообще формат подходил. И у нас вот эта вот подсветка, она часто в принципе замещает какой-то, знаешь, там свет. И, условно говоря, подойти, руки помыть. Это создает такой невероятный уют. Вот серьезно, мы ее никогда в принципе почти не выключаем, но только на ночь или когда из дома выходим. Потому что вот этого света, правда, прям достаточно, и он такой приятный. И я, конечно же, постоянно борюсь за место, чтобы вот эти вот бровки, стрелочки, девочки, вот возле такого зеркала не промахнетесь. Серьезно. Даже макияж получается, естественно, гораздо удобнее, быстрее и чище. Потому лицо что... Да, и я долго задавала вопросы, знаешь, хлопала глазами. Я радуюсь подобному. У меня круглое зеркало уже 2 года. Реально. Поэтому да, у нас тоже я есть. Ваш клиент. И не только круглое, но еще и овальное. То есть, ну, можно также овальное, больших разных размеров, ну, там, до метра, пожалуйста, спокойно можно найти. А сейчас еще, если говорить про современные дизайны, там, в стиль лофт, так называемый, да, черный металл, у нас есть зеркала с черной окаемочкой по краю, да, алюминиевая окаемочка, которая просто вписывается в интерьер. Я хочу черное зеркало. Все началось, ребята! Друзья, если вам тоже понравилось зеркало, если вы хотите, во время стрима вы можете прямо здесь сейчас сразу приобретать, потому что для вас самые классные цены. Обратите внимание, что на самом деле, если мы посмотрим сюда, во время стрима вы заходите, нажимаете на кнопку 9 товаров, смотрите, вот зеркало, посмотрите, 42% скидка, 20%. Сколько лет гарантии? 25. 25 лет гарантии. Друзья, сразу отправляйте в корзину, либо заходите здесь целиком, если вы хотите посмотреть другие варианты по дизайну, по форме, либо переходите здесь непосредственно в аккаунт бренда, либо на сайт. Реально очень крутые зеркала, на мне лично проверила, я не могу от него оторваться, я всегда где-то рядом дома хожу. Так, ну что, мне кажется, это вот прям крутое начало нашего стрима. Самое эффектное, да, что... Да. Потому что другие вещи, вот, к сожалению, подключить мы не можем. Но так хотелось бы продемонстрировать, как все это работает вживую, как это все, вот, ну, просто функционирует. Это точно. Очень... Я на самом деле очень рада, что у нас есть возможность увидеть зеркало в действии. Есть вопросики от наших зрителей. Поэтому я предлагаю сейчас некоторое время посвятить чату, потому что вопросы поступают. И вот, кстати, от Медниковой Дарьи, обезопасно ли использование такого зеркала в ванной? Там же влажность, вода. Да. Помимо того, что гарантия, да, у нас идет 25 лет на амальгаму, задняя крышка идет из пластика, закрытая. Ну, можно прям потрогать, да, вот она. Это пластиковая. А все элементы защищены, и у них есть доступ IP67, как раз это вот для того, чтобы использовать во влажной среде. То есть никаких проблем с этим не возникнет. Ну, и мы заботимся о наших клиентах, поэтому мы обязательно это все проверяем, и у нас это было вообще в самом начале прерогатива, то есть проверить это, можно ли там это использовать.
Так, Оля. Оля, кстати, всем привет большой. Я видела, что вы здоровались в чате с нами. Всем сразу, нашим постоянным зрителям, Юле, Оле, Людмиле, Наталье, всем-всем-всем приветы. Вопрос от Оли. Можно зеркалом управлять мокрыми руками? Вот мокрыми кнопки руками? Реагируют? Да. Да, 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 можно, можно. Угу. Так, Александр, есть ли своя история, которой гордятся все сотрудники? От Николая вопрос, вот в бренде, в Царсоните. О, история, которой гордятся все сотрудники. Вообще, ну, мы гордимся, то, что мы работаем в этой компании. Это, наверное, основная история, кто у нас работает. Вообще у нас в компании очень, ну, не меняются сотрудники. Такие долгожители, да, у нас это тоже все, долго, да, уже. Я просто, ну, не могу, это как моя вторая семья, потому что я посвящаю очень много времени компании. И, ну, просто вот, вот это главная, наверное, история, что мы все вот как одна большая семья. А и на заводе есть... был? Да. Неоднократно, конечно же. Это моя мечта, на самом деле, побывать на таком большом производстве. Обязательно приглашаем. Да, едем. Да, можем устроить как раз и оттуда стрим, показать вообще, как все работает, что там идеально чисто, что... Круто, ну, да. Потому что мы являемся европейским холдингом, и у нас качество и вообще вот все нахождение, да, там, что mm-hmm. вот на заводе, все идеально чисто, все работает очень классно, то есть поэтому мы приглашаем. Обязательно можно устроить как раз там эфир и показать все, как работает. И вы увидите, как вообще вот эти вот элементы делаются, как они выглядят Обалдеть. В первом вообще рождении. Ой, слушайте, круто на самом деле. А есть ли какая-то статистика, там, сколько семей или, например, там, вот условно говоря, статистика, в каком количестве семей есть? Да, она есть, есть такая статистика, что Царсонит присутствует в каждой пятой семье. Каждая пятая каждая семья. Каждая пятая семья, да. Я семья, у меня присутствует Саша, Леша. У меня. Нет, ты, получается, вообще четвертый, чаще. Больше. Нет, я просто предлагаю те, кто у кого-то вот эти четыре семьи, в которых не присутствуют, чтобы они сейчас обязательно стали нашей большой глобальной семьей. А я согласна, слушайте. Еще один вопрос, и пойдем дальше, потому что на самом деле время-то бежит. Да. Как вы придумали это зеркало и что сподвигло на создание именно вот такого опциона? Вообще, ну, это потребность клиентов, да, то есть мы понимаем, что, ну, вот не просто зеркало должно быть, оно отражает и отражает. Хочется, чтобы было как-то эффектно, красиво это все отражалось, да, вот эта подсветка очень классная. А плюс мы понимаем, что вот в нынешнее время мы очень всегда торопимся и очень много хотим захватить, узнать, обучиться. И вот поэтому тоже в этом зеркале есть это как mm-hmm. раз функция звука, да, то есть, да. Ну, антизапотевание это вообще само это по себе. Классика. Да, это обязательно должно быть в зеркале, потому что, ну, открывать дверь, ждать, пока у тебя там вытяжка все пройдет, ну, чтобы накраситься, привести себя в порядок, ну, нет, это, угу. это долго. Сейчас это можно сделать и все. Поэтому вот такими мы и вдохновлялись. Слушайте, круто. И на самом деле Дарья тут вдогонку, она очень много вопросов классных задает, написала. Можно я тоже буду пятой семьей, где присутствует ваша продукция? Можно, потому что, во-первых, сегодня для вас потрясающие скидки. Правда, посмотрите, там скидки, которые радуют ваш семейный бюджет. Ну и плюс ко всему, не забывайте о том, что у нас сегодня будут розыгрыши, в которых вы сможете поучаствовать. Ну, в принципе, вы уже участвуете, Дарья, в том числе, потому что задаете классные вопросы. И, наверное, последний. Марта, стану ли я счастливее, смотрясь в это зеркало? Обязательно. Мне, вот я тоже, знаешь, тут... потому что я дома, когда на него смотрю, даже не смотря в зеркало, а просто вижу вот эту вот подсветку, вижу зеркало в ванной, которое вот таким огоньком горит. Конечно, станете, вы просто начнете кайфовать от каждого уголка в вашем доме. Поэтому такие вещи, конечно, нужны. Так, и плюс ко всему, да давайте сразу выберем первого победителя. Ну, классные же вопросы. Классные? Да. Так. А что, зеркало дарим? Да, представляешь, вот это счастье мы почему кому-то так? подарим. Надо было мне тоже вопросы задавать. У тебя нет времени еще быстренько попросить кого-нибудь? Ну, я уже спалилась, ну, уже ладно, так нельзя. Все. Зеркало, друзья, ну на самом деле не зря вы писали классные вопросы. Если сейчас Александр вспомнит, который вопрос ему больше всего понравился, вот в его руках и будет розыгрыш. О, знаете, мне, наверное, понравился как раз вопрос больше про историю, да, так. Вот именно как раз история Царсонита, да, чем бы там все гордились,
У нас был, по-моему, такой вопрос. Николай, вот ты знаешь, столько девушек старалось, понимаешь, которым это зеркало вот так вот необходимо, а ты Николаю. Вот это ваша, конечно, мужская дружба. Солидарность, да. Николай К, мы вас поздравляем. Николай и все победители, которые у нас сегодня будут, напишите адрес электронной почты сейчас во время стрима, так с вами быстрее свяжется бренд, и вы быстрее получите свой подарок. Николай К, который задал вопрос на тему того, что есть ли история, которой гордятся все сотрудники. Вы победили, забирайте свое зеркало, только напишите в чате свою почту, потому что иначе бренд не сможет с вами связаться, и зеркало достанется в нем. Идеальный план. Да, да. Класс. Девчонки, вы не расстраивайтесь, все сегодня, кто задает вопросы, потерпите. Поздравьте Николая, впереди у нас еще будет розыгрыш, поэтому всем удачи, а мы будем переходить дальше? Да. Так, дальше. Про что начнем рассказывать? Давай, наверное, поговорим про смесители. Как скажешь. Давай. Я бы, наверное, к смесителям перешел. Да, Тарк, спасибо, можно положить зеркало, чтобы... А то, наверное, тебе тяжело. Так, чуть-чуть с издевкой, знаешь. Ну, чтобы мы не задерживали. Мы сейчас будем говорить про смесители в ванную комнату. Да, это смесители для ванной комнаты. Вообще, в компании Cersonit в России появились смесители вот в этом году. В начале этого года мы начали поставлять, потому что как раз вот для полного комплекта нам не хватало именно вот смесителей, чтобы можно было полностью наши тумбочки с раковинами, потому что раковины у нас тоже есть. И, кстати, вот у вас в ваших санузлах там и наши унитазы, и, и наши проверил, раковины. Все проверил, понимаете? А как по-другому? Когда приходишь, ты, вот, ну, ты всегда сразу смотришь. То это есть все. Наша компания тоже пятая семья. Конечно, да, да, да. Вот, и все смесители здесь как раз тоже бренда Cersonit. Они представлены здесь вот в трех размерах. Мы специально взяли, показали, что есть разные... Не только форма, но и также по размерам. Есть небольшая для раковин небольших Cersonit смесители. Также есть чуть больше Flavis. Ну и для раковин, которые настольные, да, сверху, да, с большими такими раковинами, можно использовать как раз большие высокие смесители Odra. Можно сразу вопрос? Да. Вот мы когда дома ставили смеситель, у нас раковина из камня, ну такая. Какая? Ну, вот такая. Мы поставили, нам посоветовали, вот вам вот такой вот подойдет, небольшой. Короче, все вокруг в воде, кран, ему не хватает, видимо, вот этого размера, зеркало в воде, столешница в воде, тут какие-то подтеки вечно. Для того, чтобы выбрать к настольной раковине смеситель, нужно обратить внимание на высоту или на вот глубину вот этого носика. В чем секрет? Вообще на все нужно обращать внимание. Нужно обращать внимание не только на вот саму длину этого носика. Но тут, вот, видишь, даже если посмотреть во Флависе, да, оно чуть выше. То есть здесь вот он будет, идет более такой под прямым углом, здесь идет под другим углом. Это тоже очень важно, потому что под каждую раковину, то есть от глубины раковины, от ширины, то есть это все очень зависит. То есть также вот расстояние, да, где оно крепится. Он очень тяжелый, кстати. Ну, не, ой, точно. Да, вот так надо было делать, да. Нет, не очень тяжелый. Но мне кажется, вот мою проблему вот такой спасет, решит. Если накладная раковина, да. Да, да, накладная, да, раковина. Да, да. Ну все, Саш, не знаю, ты сегодня добр с нашими зрителями, но и требую к себе доброты. Я шучу. Конечно. Друзья, выбирайте сейчас, задавайте вопросы, потому что вы тоже можете, если вы в процессе подбора смесителя для своей ванны, вы можете сейчас подобрать. Если мы говорим про то, что вот когда уже в ванной, самой, да, смеситель, там есть отличия, как подбирать? Там идут, нужно понять, что вы хотите. То есть, вы, если вы хотите просто в ванну, и у вас душевая, и вам не нужно набирать в ванну, да, чтобы вот набирать, то можно либо из душа, либо с носиком, то здесь можно просто взять смесители для душа. Если у вас ванна, то есть такие смесители для ванны, которые также идут с передним носиком, и также идет как раз сверху душевая лейка, которую вы пользуетесь. И там тоже нужно обязательно смотреть, какая длина именно этого носика, чтобы у вас, ну, не лилось именно вот на боковину ванны. Ну, да. То есть, потому что она будет разливаться, и, соответственно, вам придется очень часто это все убирать.
Вот, друзья мои, обращайте внимание, вот теперь вы будете более подкованы, потому что я на самом деле не знала, как правильно подбирать, и подобрала просто, ну, симпатичный, погнали. Нет, так не работает, так подбираем мужей на самом деле. А вот что касается смесителей, обращайте внимание, куда, зачем, глубину, ширину раковины, к примеру. Так, а, например, вот еще раз давай, вот такой, например, где его можно установить? В маленьких раковинах, в небольших раковинах. Обычно это можно установить во вторых санузлах. Есть небольшие раковины, там, сороковки, которые идут с тумбочками, удобно помыть руки. Это вот обычный смеситель, куда туда он может подойти. Да. А если мы говорим вот про чуть больше, который и чуть, вот с таким чуть больше и угловатым, да, это можно устанавливать на обычные раковины размером там, от 60, там, ну, там 50, 60. А, и уже здесь вот как высокий получается именно как на... накладные раковины, которые идут сверху, которые стоят на столешницах, потому что вот эти маленькие смесители, ну, они упрутся просто в саму раковину, и вода будет точно не попадать туда. И большой, высокий? Накладные раковины. Да, накладные раковины, высокие раковины, потому что вы видите, как раз смеситель высокий, и это очень... классно, когда я вот он сверху. Я уже по сверху, себе поняла, да, что вот нужен был такой формат. И еще очень важно обращать внимание не только на вот саму форму смесителя, но еще и обязательно наличие аэратора. Чего? Аэратора. Это что такое? Это вот как раз вот эта пластиковая штучка здесь, которая насыщает воду кислородом. И она еще, помимо насыщения кислорода, а насыщение кислорода как раз, получается, экономит бюджет семьи. То есть средний расход данного смесителя составляет 6 литров в минуту. То есть вода становится такая объемная? Да, да, объемная, как вот с воздухом. Почему напор такой хороший? Да, да, да. Поэтому очень важно, потому что аэраторы тоже направляют струю. Потому что чтобы, если его не будет, то она может вообще в разные стороны, высокий напор будет, и она будет брызгать в разные стороны и... Слушай, круто. Больше ничего не сможем сделать. А здесь не аэратор, а как раз аэраторы. И гарантия на эти аэраторы 5 лет. Производитель Неоперл. Мы, кстати, с тобой про гарантии, про смеситель не поговорили. А вот я сейчас хотела задать вопрос, потому что даже в чате об этом пишут. По поводу гарантии, есть ли она на смесителе? Гарантия на смесителе есть. И не побоюсь этого слова, у нас одна из самых высоких гарантий на смесителе. Почему? Потому что мы изготавливаем смесители из высококачественной латуни с содержанием меди 57%. А латунь вообще безопасный материал, и его используют именно с водой для того, чтобы не было коррозии, не образования. Поэтому наши смесители очень оценят люди, которые боятся за свое здоровье, с маленькими детьми. То есть это все качественно и, самое главное, экологично. А сама гарантия сколько? 12 лет. 12 лет на корпус. На корпус 12 лет. И а на... что значит на корпус 12 лет? А, вот ты видишь, какие они блестящие? Да. Вот самое главное еще здесь не только материал, но еще и покрытие. А, у нас эксклюзивное покрытие Церсонит Супершайн. А, оно достигается вот как раз, видите, как все очень хорошо и красиво отражается. Да, то есть это вот качественное покрытие. А мы проводим свои тестирования на заводе, как раз называется этот тест, в нейтральной солевой среде мы выдерживаем эти смесители 200 часов от образования, в агрессивную среду, чтобы проверить, как поведет себя сам смеситель там. Вот. И как раз гарантия дается именно вот на это покрытие и на сам смеситель, что он коррозии не будет, он не развалится, он не знаю, что с ним еще может случиться, дырки не появятся, не начнется вода литься изо всех. Слушай, классно. А ты сказал, что это вот на корпус 12 лет, а если внутри? А еще сердце у смесителя это картридж. Это как раз картридж, керамические картриджи, 5 лет гарантии. Знаешь, что ты сейчас сделал? Ты ответил на вопрос Юлии Б., которая спросила, какие самые главные особенности ваших смесителей от других производителей. Вы слышали? Юль,
Мне кажется, здесь на самом деле очень хороший ответ. Есть что добавить, если к этому вопросу возвращаться? Конечно, есть. Помимо самих смесителей у нас еще в комплекте идет подводка. То есть не нужно бегать, покупать дополнительные шланги. Угу. Ну, это есть у многих, но у нас еще важный момент такой, что вот для каждого смесителя своя длина подводки. Она начинается от там, 40 сантиметров до 55. И эти как раз расстояния достаточны, чтобы вот вы купили в коробке. А, кстати, коробку вы видели? Давайте я вам покажу. То есть все комплектующие еще идут, да? Да, все идет, супер. Все комплектующие. Вот в таком маленьком, да, вот в маленькой такой коробочке у нас с вами находится... Еще и в мешочке. Мешочек, обязательно. Как раз мешочек мы кладем именно в этот... Прям здорово. Слушай. Ну, как Санта. Да. Как Санта-Клаус, да. Дед Мороз, правда. Мы все вот запаковали, положили. Да. Дальше мы берем воздушно-пузырьковую упаковку. Это тоже, чтобы не было, да, никаких проблем? Да, это самое достаточно. Главное при транспортировке, чтобы да. ничего не повредилось. Ну, а внутри? Внутри, конечно же, есть вот, вот самые оно. Основные подводки. Да. Ну и крепление. Это обязательно то, что... Должно быть всегда, плюс прокладка. Еще и инструкция, да? Да, еще и инструкция, обязательный гарантийный талон. Здорово. То есть, если что, пожалуйста, все комплектующие, все дополнительные бумаги тоже есть, и инструкции, и гарантийный талон в том числе. Ну, на самом деле, круто. А если возвращаться к вопросам наших зрителей, вот от Елены Б, какой диаметр отверстия под смеситель у раковин цирцианит? Это они что? Стандартно идут. Вот это имеется да, в виду, да, да? Да, да, все отверстия под смесители идут стандартные. То поэтому... есть не надо подгонять, нет, обращать нет, на это внимание, нет, да? На это не стоит обращать внимание, они идут стандартные. Слушай, от Юрия вопрос. Какой девиз вашего бренда? Цирсонит, все продумано. А это и правда так. Какой вопрос не задашь, он тебе так раз сразу несколько ответов. Все, на лопатке сразу. Да, потому что, ну ты же видишь, да, мы все продумываем, что со смесителями, что... Так, а какой самый необычный товар у вас, от Ани вопрос в фирме, цирцианит? Самый необычный? Да. Ну вот прям самый необычный. О, это такой сложный вопрос на самом деле. Что ага. у нас самый необычный Ань, товар? Ань, вы молодец. Загнали в тупик все-таки Александра. Да, 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 да. Ну у нас вроде бы вся продукция, она очень нужна, востребована, и вот какого-то вот прям необычного. На самом деле это тебе так кажется. Мне кажется, даже вот зеркало, условно говоря, в котором все вообще, все современные фишки есть, и по телефону поговоришь, угу. и видео, аудио воспроизводишь, и подсветка, и подогрев, еще и температуру тебе со временем покажет. То это, ну, температуру не в смысле со временем, а температуру и время покажет. Мне кажется, это тоже классно, и можно отнести к таким вот необычным. Да и, знаете, да. мы дальше будем говорить про друга одного, который в каждом доме есть, но не у каждого он такой. Он тоже у вас необычный? Да, он изготовлен по новой технологии. Он еще и подвесной. Да. Поэтому, но... ребят, тут выбирайте, необычного очень много на самом деле. И еще один вопрос от Татьяны. Следуете ли вы трендам при разработке дизайна смесителей? Конечно, у нас есть... А есть тренды в смесителях? Ну, сейчас разные все тренды, они идут, вот, допустим, в унитазах, да, начнем да. говорить. Вот это тренд на сегодняшний да. день, это обтекаемые формы, это скрытые крепления. В смесителях все, конечно, идет тоже из трендов, из дизайна, да, то есть это там природа, камень, это такие плавные переходы, это все идет, конечно, вот в тренде, это то, что сейчас требуется. Угу. Плюс у нас помимо вот такого там стандартных хромированных, у нас есть еще и черные смесители, которые тоже как будто в тренде. Прям это потому что лофт, да, ну, да, все просят, ну как, кстати, вот видите, у нас кнопка черная тоже. А мы о ней поговорим. А вот еще вопрос от Юли. Сколько у вас лично, Александр, есть товаров дома от вашего бренда? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Это какие? Подвесной унитаз, инсталляция, тумбочка, раковина, смеситель, ну и, конечно же, зеркало. А он еще у нас здесь насчитал в офисе, понимаете? Поэтому все подсчитано, на все вопросы ответит. Ну что, Александр, я предлагаю, раз вы у нас сегодня такой добрый Санта-Клаус, выбирайте вопрос, который вам понравился. Че тянуть? Мне очень понравился вопрос про особенный товар. Так, это у нас автор. Так,
Сейчас, подождите секунду, я поищу. А, про особенный товар? Какой самый необычный, да? Да, который, да, самый необычный. Так, друзья, какой самый необычный товар? Это был вопрос... Потеряла. Вот, от Анны М. Анна М., напишите, пожалуйста, сейчас в комментариях свою электронную почту, чтобы бренд мог с вами связаться, и вы получили быстро свой подарок. А подарок у нас... Самый необычный смеситель. Аня, да вы молодец! В общем... Мы его уже запаковали. Да. А, это средний, да? Да. Средний смеситель. Вот, ваш подарок вас ждет. Слушайте, Анечка М., напишите, пожалуйста, в комментариях свой адрес электронной почты. И обратите внимание, что с вами свяжется бренд, вы получите быстро свой подарок, поэтому прямо сейчас в комментариях напишите, остальные не расстраивайтесь, задавайте вопросы, делитесь впечатлениями, если у вас уже есть что-то дома также от бренда Цирсонит, а мы идем дальше. И, кстати, не забывайте, что самое главное во время стрима – это даже не подарки. Смотрите, Марат, вот, который хочет выиграть. Вы уже выиграли классные скидки. Посмотрите, в нынешней ситуации, когда в магазинах даже так себе была черная пятница, здесь, посмотрите, скидки 42%, 31%, 30%, 28%. Поэтому обязательно сейчас переходите в список товаров. Возможно, вы действительно гораздо быстрее закончите апгрейд своей ванной комнаты или, возможно, туалетной комнаты, потому что сегодня все для этого есть. А мы переходим далее, да? Да. Ну, я предлагаю далеко не ходить, не перемещаться сюда, а вот поговорить как раз о подвесном унитазе. Наконец-то! Об этом замечательном, просто умопомрачительном красавце, который вот в нынешней ситуации стоит вот таким образом. Ну, даже вот он и стоит просто. Ну, посмотрите, как он. Я ему уже имя придумала. Идеально просто. Каспер. Идеально. Он как? Же летает? Каспер. Да, он, ну, такой белый, парящий. Красивый, да, парящий. Парящий. Слушай, а как его устанавливать? Ну, его обязательно нужно устанавливать, конечно же, с инсталляциями. Инсталляция, она в стену. Да, все инсталляция, да? Это рама, которая как раз нужно спрятать ее за коробом. Ну, то есть обязательно у вас там идет. Знаете, еще инсталляция очень часто, ну да, вот как раз показывает, как она монтируется. Угу. Видите, там всего отверткой, всего какой-то... Небольшой отверткой можно установить. Класс. А, инсталляция обязательно, и для того, чтобы подвесной унитаз туда повесить. Вот инсталляции, ну, это такой закрывающий, получается, как, ну, каркас с кнопочкой, которая работает именно с подвесным унитазом. Слушай, а вот сразу вопрос. Они по размеру, по ширине разные? Да. Это зависит от комнаты или это зависит от формата выбранной модели? Вот. Нет. Вот сами инсталляции, это все, ну, как бы зависит от того, какой бачок у нас стоит, то есть сам дизайн. Потому что там мы, когда дойдем, я расскажу, почему именно там у нас одна чуть шире, другая всё, чуть давай, уже. Пойдем. Да. А вот про сам унитаз, вообще все унитазы имеют стандартные размеры, но и на наших инсталляциях есть два размера. То есть есть 19 сантиметров, есть 23 сантиметра. Это как раз те, вот у кого... чуть больше унитаз, беру 23-й, да, размер. Угу. И у кого поменьше, здесь идет стандартный 19-й, пожалуйста, крепите. Они подходят ко всем инсталляциям, подвесные унитазы. Ну, слушай, вопросов уже достаточно много появляется. Давай тогда вот ты расскажешь нам, в принципе, почему именно, вот в чем фишка подвесного? Вообще фишка подвесного, данного подвесного унитаза заключается в скрытых креплениях. Ну, то есть, вот ты смотри, видишь, как бы у тебя вот, ну, у меня вот сразу возникает вопрос, а как я его повешу? Ну, хорошо, торчат шпильки, я его вешаю, а как же мне закрутить? Ну, вот сюда залазить вниз рукой, ну, я не залезу, да? Вот это все находится скрыто, оно находится вот здесь вот, в этих местах. Угу. Очень удобные идут специальные крепления, которые легко можно, не засовывая руку туда вниз, взять и спокойно при помощи специального ключа, который идет в комплекте к данному подвесному унитазу, подкрутить и установить данный унитаз. А вот если, например, говорить с точки зрения, вот уже вот поставили его, он удобнее получается обычного вот напорного? Конечно, конечно. Или в чем вот преимущество вот в бытовом плане? Основное преимущество в том, что это простота уборки.
То есть он находится выше, у обычного унитаза идет колено, которое стоит. И там туда да, подлезть, да, попробуй шваброй залезть, это очень тяжело. И, а здесь все открыто, пожалуйста, вы протерли. Ну и вообще сейчас тренд идет на подвесные унитазы. То есть это стало доступно, это стало интересно, ну и люди стали доверять. А, то есть это мы возвращаемся к вопросу, следуете ли вы трендам. Вот, последний тренд, если мы говорим, например, да, про санузел, это вот подвесной унитаз. Подвесные унитазы, да. Слушайте, здорово. А если мы можем его открыть? Конечно. Как он там выглядит? А как это? Подожди. А у него нет вот этого ободка? А у него нету ободка. Как раз это забота о гигиене и быстроте уборки. Да? То есть мы здесь, получается, убрали внутренний ободок. Да. Ну, а почему убрали? Вообще основная это вот во всех унитазах, ну, люди не любят убирать, потому что, ну, там скапливается грязь. А вот как раз вот в этом ободке и происходит как раз скопление всех бактерий, всех загрязнений, приходится очень много химии туда заливать, ну, вот рекламу. Да, все помнят, да, вот это, чтобы там постоянно, у тебя еще там раза три пройтись, это обязательно нужно сделать. Здесь просто убрали. Сделали это специально. Что, теперь не придется столько химии покупать домой бытовой? Да, 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 это экономия. Экономия. И плюс это чистота, это скорость уборки. Помимо вот как раз уборки, да, кстати, эта технология называется Clean On. Это Clean On, чистота. То есть мы как раз здесь полностью открыли внешний ободок, но плюс не, ну, как бы не переживают, омывается большая часть, то есть почти вот вся часть омывается водой. То есть технологически все предусмотрено, все продумано. Просто подумали об одном, но забыли другое, а тут комплексный да, подход. Да, это комплексный подход. Слушайте, и обязательно. Это круто. Здесь все просто очень хорошо убирается и омывается. Ага. Помимо легкости уборки, тут еще есть такая классная фишка, вот если вы видите, это новая дизайнерская, тоже трендовая крышка. Это дюрапластовая, slim. Так называемая тонкая. Дюрапласт это, да, это антибактериальный материал. У нее есть очень много плюсов. А, во-первых, он антибактериальный. И она тоже вот без вот этих вот дополнительных бортов, да, да, да. Он не толстый, он аккуратненький, красивый. Ну, как сам унитаз, парящий. Да. То есть это прям вот все сочетается. А здесь он не царапается и не желтеет. Угу. То есть никакие там повреждения. Ну, понятно, если вы возьмете... Неужели такое возможно? Конечно, нет, но если вы возьмете гвоздь и начнете гвоздем, конечно, да, ну, поцарапается. Ну, да. Не, а при если обычной просто уборке, при использовании, ничего да, не произойдет, нормально. Он будет у вас всегда в таком в идеальном состоянии. Классно. Не бойтесь. То есть вот эта вот хрясь на всю квартиру больше не будет, да? Да, здесь микролифт. Это плавное, плавное опускание. Микролифт? Больше, микролифт, да. Круто. Это не будет никаких хлопков, вы ничего не будете слышать. А самое главное, сиденье останется в целости да. и сохранности. Ну и не будет вот этих звуков, действительно, то, что сразу обозначает, ага, да, кто-то выходит. Кто-то выходит, да, да. Слушайте, плюс у круто. Этого, кстати, сиденья есть еще, помимо дизайна и микролифта, есть еще классная такая штука, как быстросъем. Вот я и подумал, что нормально. Раз и все. А как, куда ты нажал? А вот она как раз кнопочка. А-а-а. Одной кнопочкой. А, это чтобы одной еще рукой. Вот тоже там раз убрался, да, да и все. Да. Слушайте, круто. Если нет этой кнопочки и такого быстрого съема, то придется ну, потратить время рукой открутить, ну, да. по обратно все сделать. А я на самом деле посмотрела в интернете, как они выглядят интегрированы уже в дизайн. Вот в туалетной комнате. И реально подвесной унитаз выглядит очень круто. Мягко так вот, действительно, не перегружая комнату. И, я не знаю, действительно по-современному как-то. Я хотя раньше, вот я вообще, в принципе, почему-то не обращала внимания, не думала по этому поводу. Но вот я залезла в интернете, посмотрела и подумала о том, что реально круто выглядит. Да. Ну, идут, дизайн идет, начинали-то с самых обычных, где очень много отступов, и приходилось много времени тратить на уборку и на протирку, поэтому, а здесь все легко закрыто, никаких скоплений грязи, пыли, и да. пожалуйста. Ну что, и экономим время при уборке, экономим на бытовой химии, которая теперь в принципе не нужна, потому что нет вот этого ободка никакого. Плюс ко всему, все тихо, роскошно получается относительно того, что и в принципе вы в использовании будете довольны. Ну и, конечно, внешний вид эстетически парящий, он, конечно же, выглядит классно. Забейте, посмотрите сейчас в интернете, потому что даже не выходя из стрима, вы сможете это сделать. Реально здорово смотрится. И сегодня, кстати, на минуточку, скидка для вас. Посмотрите на стоимость.
Вот здесь, мне кажется, очень многие оценят, потому что если мы будем говорить о том, что во время стрима и час после него действует скидка, посмотрите, 13 тысяч. Друзья, сейчас иногда вот волосы шевелятся на голове, если подумаешь о том, что не поменять ли мне там что-нибудь дома из сантехники. Сегодня классные цены специально для вас, поэтому... Если вы задумались о том, чтобы что-то освежить в своем доме перед Новым годом, мне кажется, отличный вариант. Но смотри, ты сказал, что он подключается к инсталляциям. Расскажи тогда про них еще подробнее. Как это? Что это? Ну, у нас здесь как раз представлены наши новинки, наши самые топовые инсталляции. При разработке данных моделей мы взяли вообще все самое лучшее вот со всего мира. Да? Мы посмотрели, какие вещи нам нужны, какие необходимы, и внедрили в эти две инсталляции. А, ну, вы видите, они отличаются по цвету как раз, да? То есть есть у нас инсталляция Aqua 50 и есть инсталляция Aqua 40. Не зря название 50 и 40. Ну вот про ширину ты спрашивала как раз, да, какая ширина здесь? А здесь 50 сантиметров, здесь 40 сантиметров. Mm-hmm. Это как раз вариация того, что можно установить в любой санузел. Ну вдруг у кого-то не так много места. Ну, да. Это очень важно, потому что, ну не могу же я там стены разломать, да, потому что там мешается. А здесь поставил аккуратно, все, у тебя есть вот маленькая... В общем, это подисходные данные. Да. Плюс, а вот эта ширина влияет еще на минимальную глубину установки. Вот в данной инсталляции Aqua 50 это 11 сантиметров, то есть почти незаметно, вглубь, да? Из-за того, что здесь бачок, он не такой толстый, и получается как раз очень удобно, очень удобно это все делать. А в инсталляции Aqua 40, ну, есть 14 сантиметров, это минимальная установка. Вот. Что тут еще такого очень важного? Вообще, на самом деле, данная инсталляция может даже ты сама установить. Что? Да, это очень легко, это очень просто, потому что, вот ты видишь, как раз здесь есть оранжевые такие штучки, да, как кодификаторы так называемые, цветные. Вот оранжевым это как раз отмечено то, что можно снять. Можно снять, можно вытащить, можно поменять местами. А если говорить там вот про инструкцию или какой-то инструкция, ролик, вот это конечно. Разобраться можно реально конечно, самому конечно, ставить? Да, это все как раз сделано для того, чтобы можно было сделать это все одному человеку. И в коробке, у нас еще очень классные коробки, которые в них все хранится и не потеряется, они как вот закрывашки такие идут. И там есть все, и инструкции очень понятные, и гарантийный талон, то есть все-все-все. А самое важное, что купив вот эту инсталляцию, тебе не нужно покупать ничего дополнительно. Ну, единственное, подобрать, конечно, кнопку к этой инсталляции. А кнопка это вот то, что белая уже установлена, или вот эта, которая у нас здесь, да? Да, они вот две разные, потому что вот эти две инсталляции, они не только там по ширине, по цвету, да, они еще отличаются и по самой арматуре. Что такое арматура? Это вот нажимные механизмы, когда сливается вода. Здесь идет пневматика. Это плавное, бесшумное нажатие. Ну, вот попробуем. Пневматика это что значит? То есть при помощи насоса, который стоит здесь, под то есть воздух. Такое прям нажимай, нажимай. Нажатие, да? Да. Шлю. Вообще не ощущается даже какого-то нажатия. А посмотри, какая кнопка. Стекло. Слушай, класс. Ну, на самом деле, вот я люблю, вот когда дома каждая деталь, вот ты реально прикасаешься к ней и прям балдеешь. Получаешь удовольствие. Поэтому, ребят, самое главное, не забудьте, что стрим, он не вечный. Если вы сейчас что-то отправляете в корзину, обязательно завершайте заказ. Почему? Потому что вы потом пишете, что я не успел, забыл, а потом скидка сгорела. Так вот, скидка действует сейчас во время стрима и час после него, поэтому быстрее. Кстати, здесь мы не говорим о каком-то бесконечном количестве данных экземпляров, которые у нас представлены в стриме, поэтому кто успеет, тот успеет, друзья мои. Тем более, сегодняшними скидками нам говорят о том, что действительно очень много уже приобретено. Так, друзья, а если мы говорим вот про выбор вот этих кнопок, есть ли какое-то отличие, на что обратить внимание, или это просто интерьерная уже история? Ну, во-первых, здесь есть интерьерное решение, то есть нужно понять, какого цвета вы хотите кнопку, хромированную, либо матовую, либо глянцевую, либо в стекле, да, то есть у нас здесь с вами представлено два стекла, это вот черное стекло, а здесь представлено белое. Но вот вы заметили, здесь как раз есть еще и рамка вот эта белая. А она встраивается или она внешняя? Ее не видно, ее вообще не будет видно. Потому что эта рамка устанавливается в плитку. Как раз. То есть она
Да. Утапливается. Да. И получается, что у вас кнопка не выпирает. Да. Она находится в уровне со стеной. Это тоже очень классно, потому что вы, ну, она, можно ее обыграть классным интерьером. Я как в фильмах показываю, да, или в дорогущих каких-то офисах, бизнес-центрах. В фильмах, обратите внимание, сейчас тоже часто, когда показывают, это все так внедрено, встроено в стены, вы можете это сделать дома. Тем более, как Александр рассказал, мы можем это сделать сами. Сами, да, не нужно даже никого. Даже я справлюсь. Да. И тут еще, кстати, классно рассказать про вообще функциональность этих инсталляций, потому что помимо кнопок отличия, да, внешнего, угу, здесь есть еще и внутренние очень интересные вещи, потому какие? Что вот как раз давай вот прям сразу про инсталляцию Aqua 40 покажу. Ну вот ты видишь, здесь все оранжевенькое, да? Кнопку. Инструктор. Стандартно же ведь все думают, что кнопку можно установить вот только таким способом. Да. Здесь нельзя, ну не то, что нельзя, здесь можно сделать в двух положениях: спереди. А еще можно сделать и сверху кнопку. А, это если, например, есть какая-то полка, да? Да. Условно говоря, если какой-то дизайн-проект, который предполагает, чтобы у вас был какой-то отступ, да? Угу. Круто. И тоже можно, получается, потом плиткой закрыть. Да, и это как раз очень вшивается. Развязывает руку, руки дизайнерам, да, которые могут вообще воплощать разные идеи здесь с какими-то там картинами, фресками, еще чем-то. Ой, сейчас научишь можно... их не остановить будет этих дизайнеров иногда, как они делают, так да, делов. Да, самое главное потом это все найти и воплотить. Но с нашими инсталляциями это все доступно, потому что кнопки, во-первых, у нас очень большой выбор кнопок. Я, как уже сказал, и стекло, и глянец, и матовый, и хром, то есть выбор очень большой. Также, вот мы когда говорили, да, про уборку, ты говоришь, вот теперь не нужно химию покупать. И вот очень многие люди говорили, а мы вот любим вешать на унитазы вот эти, знаешь, шарики. Тоже пахучки, да, вот эти, да, вот эти пахучки, которые все любили. На безободковые, к сожалению, ты уже не повесишь, да, его, потому что там маленький. А туда можно забросить? Вот, как раз в этих инсталляциях есть вот такая корзина, которая снимается очень легко. Вот. Сюда корзина Cersonit Fresh, да, пожалуйста, через кнопочку снимаете, бросаете, и у вас находится здесь круто, как раз пахучие таблетки, да, которые ваши вот любимые, которые вы хотели. Можно не только с этой стороны, да, они перемещаются и на эту сторону, потому вот что в данной инсталляции есть вообще 4 точки подвода воды. Это тоже для инженерии очень важно, потому что кто-то, может быть, уже сделал ремонт, но инсталляцию там еще не купил, ну, да, уже сантехнику вывел, и ему лишние затраты. Здесь вот раз, два, по бокам, то есть это все. Вы подложили соломку нам, потребителям, даже там, где мы сначала не подумали о том, что она нам нужна была. Вы знаешь, это очень круто на самом деле, потому что ты сейчас говорил, а вдруг вы уже сделали, вдруг вы уже подвели. И здесь вам 4, пожалуйста, вот эти точки. Это на самом деле круто, реально, когда производитель уже под вас подстроился со всех сторон, и вам везде безопасно, и вы сможете воспользоваться и установить самостоятельно. Слушайте, ну круто, но знаешь, здесь есть вопрос от Инны. Стоит ли полностью закрывать инсталляцию или лучше оставить доступ? Вот как в этом плане, как ее вшивать? Закрываете вы ее полностью по спереди, по бокам, сверху. Основная история в том, что ваши все действия и все обслуживание инсталляции производится вот здесь, под вот кнопкой, здесь, да? Ой! И все, нам нужна только эта часть. Только эта часть. Это называется ревизионный лючок, через который вы проводите все манипуляции с этой инсталляцией. Вы можете вытащить коробочку Cersonit Fresh, вы можете вытащить саму арматуру, которая находится внизу. Вдруг что-то нужно прочистить. Пожалуйста, точно так же это все можно сделать. Но у нас основная, конечно, еще история не только вот про функциональность, но и про качество продукта, потому что мы даем гарантию на данную инсталляцию 10 лет на раму и на все внутренности, да, а вот как раз обратите внимание именно на вот эту Aqua 50, она у нас полностью оцинкованная, то есть рама вся оцинкованная и дается гарантия 25 лет на раму, бачок и все внутренности также остаются 10 лет. Ребята, ну круто. Кстати, вот здесь вот есть все эти отметки. Если мы говорим про транспортировку в коробке, да? Да.
коробке с тоже с гарантийной. Вот да, все внутри, да, все внутри. Единственное, что, конечно, нету кнопок, вам приходится их покупать отдельно. Но вот как раз ты взяла все эти. А это классно, потому что ты под себя выбираешь дизайн. Да, любой дизайн. Вот здесь. А это что? Это все элементы, которые также понадобятся вам. Это как раз латунный кран, который перекрывает воду внутри. Ага. Для того, чтобы провести манипуляции, к ней подходят вот эти вот как раз муфты переходящие, которые также подключаются вода с этой и с той стороны. Ну и вот тоже это шланг. Все необходимое есть уже в комплекте, и ничего дополнительно покупать не нужно. Огонь! Ребята, на самом деле, вам, мне кажется, сегодня будет разбираться теперь в сантехнике гораздо проще, и не только, потому что у нас сегодня еще классное зеркало участвовало в стриме. Если остались вопросы, обязательно задавайте, постараемся их увидеть, хотя вы сегодня вообще большие молодцы. Почему? Потому что на самом деле, да, вопросов было много, все они качественные, интересные, задавали как можно больше, я пыталась прочесть, по крайней мере, но вот увидела еще несколько классных вопросов. Так, можно ли вот такие унитазы с инсталляцией крепить на легких стенах, гипсокартон, например? Можно крепить, но необходимо делать закладные. Обязательно закладные, то есть, ну, кто устанавливает, необходимо делать закладные, чтобы вы не держали именно на гипсокартоне это все, потому что, ну, конечно, гипсокартон это все не выдержит. Да. Обязательно нужны делать закладные. А если от Марининой М, есть ли на унитазе антибактериальное покрытие? Ну, наши вообще унитазы это изготовлены из 100% санитарного фарфора. Плюс сверху они покрыты нашей глазурью, да, глазурью, и здесь как раз идет это антибактериальное покрытие, которое как раз не оставляет загрязнения на самом унитазе, все уходит в канализацию. Класс, ребят, создавайте уют у себя дома, пожалуйста, я понимаю, что иногда на это нужно решиться, но вот видите, сейчас производство гораздо, и разработка, да, гораздо дальше пошла, и за нас все уже продумали, со всех сторон уберегли производитель, поэтому вам будет достаточно просто поменять дома сантехнику, смеситель, унитаз, вот встроить еще плюс ко всему все сопутствующее, все, что вам необходимо, потому что действительно Александр сегодня... Мне очень понравилось, что доступным, знаешь, вот не техническим сложным языком, а вот житейским, обычным, нормальным все рассказал, и действительно не страшно. Ты думаешь, о, ерунда, сейчас все поменяю сама. Поэтому можно прямо сейчас покупать и завтра начинать менять уже. Так, а от Юли вопрос. Сколько степеней или ступенек проходит производство подвесных унитазов? Ступеней, ну, ступеней. Смотрите, ну, вообще первоначально, конечно, здесь есть два обжига. Ну, то есть первоначально сам вот унитаз, он как вот выглядит, это шликер, начну умными словами говорить, да, что такое шликер, да, это как раз глина с водой, потом данное попадает суспензия, назовем ее, в машины, которые из формы заливают, под давлением вода выходит из этой глины, ну и получается такой, как называть, пластилин. Такая, знаешь, нам надо увидеть производство, на словах это все классно, да, Саш. Да, обязательно. Ну, мы едем, мы договоримся. Мы едем. Вот, потом это все делает, так называемый, первый обжиг такой, да, попадает в печь, где проходит обжиг, потом дальше покрывается глазурью, да. И уже опять повторный идет обжиг при температуре. Вы считали, друзья? 1270 градусов. Так, и от Марты вопрос, кстати, Марта сегодня очень активная была в чате, и мне, я, к сожалению, не могу прям все вопросы зачитать. Какой максимальный вес выдержит подвесной унитаз? 400 килограмм. Чего? Едим плюшки, девочки, мальчики. Ну, вообще 400 килограмм – это вес небольшого медведя. Ого. Можно смело сажать его на унитаз. О, давай не надо, домой еще медведя заводить, обслуживать его. Так, ну зато что? Охрана какая. Лучше питбуль заведи. Так, от Марата вопрос. Тоже частый у нас сегодня автор вопросов. А я могу выбрать цвет, другой цвет? Нет. На сегодняшний день у нас идут только Cersanit White, именно белые
Почему идет именно белое? Это связано с тем, что мы подбираем, так как у нас комплексное решение, мы подбираем все наши вот цвета на всех наших изделиях, чтобы они сочетались. И при покупке как раз... Ну да, еще плюс ко всему относительно интерьера и дизайна в целом, белый, конечно же, такое. Да, ну и они, главное, сочетаются. То есть раковина сочетается с унитазом, ванна сочетается с унитазом. Так, у нас, знаешь, буквально остается одна минута. Это вообще что-то... Какой вопрос запомнил вообще из всех, что я сегодня задавала? А, знаешь, я тебе предоставлю этот выбор. Какой тебе нравится? Серьезно? Да? Выбирай. Погуля. Так, ну ты у нас в первом конкурсе, когда у нас был розыгрыш зеркала, Николай выбрал, а я Марту видела. Вот весь стрим я видела ее сообщение. Марта С, напишите, пожалуйста, адрес вашей электронной почты. Марте достается... Вы шутите? Да. Марта, я вас поздравляю. Марта С, напишите адрес электронной почты прямо сейчас, здесь в чате. Всем, друзья, огромное спасибо. Вы большие молодцы. Все вопросы шикарные. Что успели, то зачитали, потому что нужно было получить максимум информации от ценного Александра. Саш, я жду тебя еще. И я требую, чтобы мы увидели вашу работу изнутри. Обязательно, я как раз приглашаю всех. Супер! Марта С, напишите, пожалуйста, свою электронную почту. Всем спасибо, всем пока. Сегодня мы еще с вами увидимся. Пока-пока.